невероятные природные богатства, которые использовались веками и сохраненные до наших дней. В дополнение – богатое историческое наследие со времен фракийцев. И в качестве финального штриха – современная база отдыха со спа-процедурами и бальнеолечением. Все это под присмотром высококвалифицированного медицинского персонала. Это уникальное сочетание предлагает долина роз и фракийских царей. Лечение, восстановление и релаксация для души и тела – все это к вашим услугам. В самом сердце Розовой долины, предлагающей отличный климат и огромное разнообразие лечебных минеральных вод, община Павел Баня является притягательным центром для болгарских и иностранных туристов. Благодаря расположенным здесь термальным источникам, Павел Баня становится бальнеотерапевтическим центром и спа-курортом национального значения. Воды характеризуются как слабо минерализованные, гипотермальные, радоновые, кремниевые и фторные. Их применяют для лечения дегенеративных и воспалительных ортопедических заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, спинного мозга и других. Современные базы предлагают различные формы кинезитерапии и лечебных расслабляющих массажей. Гостиницы предлагают туристам отличные условия для проживания, специализированное оборудование, медицинские кабинеты с обособленными помещениями для различных видов процедур. Еще одно место, богатое подземными водами на территории долины Рос и Фракийских царей, это община Маглиш. Здесь вода богата фтором, водным сульфидом и метакремниевой кислотой. Эти компоненты делают ее исключительно полезной для лечения кожных, ортопедических, неврологических и других заболеваний. Самое известное в этом отношении – село Ягода, находящееся между городами Старозагор и Казанлык. Здесь имеется множество горячих минеральных источников, подходящих для лечения и восстановления. Многие из них обладают уникальными показателями, что дало возможность селу Ягода превратиться в ведущий бальнеотерапевтический центр. Другое райское место в общине Маглиш – комплекс Ягудит. В кокетливо расположенном комплексе в селе Ягода вы полностью можете предаться релаксации. И пока вы отдыхаете около открытого бассейна, у вас есть возможность насладиться красивой природой Среднегорья и панорамой горного массива Старопланина. Знакомясь с фракийским наследием на территории общины Казанлык и вкушая пьянящий аромат Розовой долины, невозможно устоять перед искушениями местных спа-гостиниц. В сердце Казанлыка находится гостиница «Палас». Остановившись в ней, вам гарантировано полное спокойствие и забота квалифицированного персонала. Релаксирующие классические и экзотические массажи, благодаря которым вы забываете о ежедневных стрессах, а также парная баня, сауна и, разумеется, зазывающие джакузи. Это только малая часть удовольствий, которые здесь предлагаются. Еще одно отличное предложение для восстановления и отдыха после рабочей недели здесь, в Казанлыке, это клуб «Гармония СПА». СПА и косметические процедуры, финская сауна и множество других соблазнов, перед которыми трудно устоять. В непосредственной близости с минеральными источниками находится аквапарк Waterland. Это приключение, которого невозможно избежать. 5 бассейнов, каждый из которых заполняется минеральной водой, водяные горки, бар и массажный зал. При этом за безопасностью отдыхающих следят специалисты. Реабилитация, профилактика и отдых гарантированы круглый год. Именно это предлагает бальнеологическая гостиница «Стряма» в городе Баня Карловской области. Преимущество в том, что на территории курорта находятся залежи лечебной грязи, которые используются для проведения комплексного бальнеолечения. О посетителях заботится медперсонал, а место является благодатным для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и других. Ваше тело покинет дискомфорт. Расслабляющие массажи, полная релаксация заставит вас вернуться опять на это же место. И все это потому,
что здесь вы почувствуете себя особенными. Город Сопот славится своими многочисленными старыми и более новыми родниками. Ключевая горная вода и журчащие по всему городу родники придают городу особое очарование. Не случайно название города происходит от старославянского слова «сопох», что означает «источник, который протекает через деревянную или металлическую трубу». Старые сопотские улицы привлекут ваше внимание тихим повествованием о прошлом, о героях и сражениях, о любви и вечности. Вода приносит с собой добро, надежду, и до тех пор, пока будет вода, будет стоять и город Сопот.